Срочные новости. В Европарламенте предложили принять эффективный пакет санкций против Азербайджана. Французский депутат Франсуа Ксавье Белами ответил, что ничто не может оправдывать азербайджанскую агрессию. На протяжении двух лет Азербайджан при поддержке Турции разрабатывает план по нападению на Армению, атакуя даже суверенную территорию этой страны. Баку грубейшим образом нарушает международное право. Наша четкая позиция может предотвратить и остановить агрессию, которую Азербайджан готовил против армянского народа, Европе нужно наконец прекратить относиться к режиму Алиева как к легитимному, покупая у него газ. Нам нужно очень быстро подготовить эффективный пакет санкций против Азербайджана, чтобы обеспечить безопасность собственного континента. В противном случае эта новая война на Южном Кавказе будет угрожать миру. Мы должны сделать это ради нас самих и ради народа Армении.